Итак, ребята, всех приветствую. Ну что, последняя операция у нас осталась. Ксеносы вторглись в город Ули на Авараксе. Направленный удар должен ослабить тиранидов и минимизировать сопутствующий урон инфраструктуре города. Подобную возможность открывает склад имперской гвардии и железнодорожная ветка. Баллистический состав. Ну, полетели, что делать-то? О, какой-то чувак в капюшоне и какой-то чувак с очками. Интересно, что это за классы такие. Сейчас посмотрим. Таких у меня еще вроде бы не было. Сканирование показало резкий рост численности тиранидов в городе Улья. Отбить эти сектора невозможно. Орбитальная бомбардировка несет риск сопутствующего ущерба. Нужен точечный удар. Нужно изъять боеголовку орудия «Нова» из флотского хранилища на складе «Астра Милитарум» и отправить по железной дороге. Обрушим сооружение снизу. Да, лейтенант. Мы изничтожим всех ксеносов на нашем пути. Окей. Там вроде бы ничего нету. Ладно, пусть кораблик улетает себе спокойно. Не будем его задерживать. Нужно купировать заразу ксеносов, пока она не распространилась по городу. Так, что у меня за чуваки? Поддержка и штурмовик. О, железный нимб. Создает мощный барьер, который блокирует весь урон в дальнем бою. Понятно. Поддержки, по-моему, с нами еще не было ни разу. Да и с тиранидами мы давно не бились. Странно, что их на шестой уровень запихнули. Замечены мерзкие вредители! Слабая видимость. Полагайтесь на успех. Пустоши Авараксу потревожены боями. Песчаный вихрь может обрушиться в любой момент. Если погода мешает обзору, ищите мигающие указатели. Капец, это кто мне столько урона-то занес? Жалкое отродье тиранида. Буря не помешает нашему возмездию. Идите вперед, пока все чисто. Угу, и буря испарилась, понятно. Забыл, как с ними биться. Достаточно низкоранговые противники. Обновление журнала миссии. Постоянные проблемы с погодными условиями. А вот хер тебе. А, все-таки они вызвать успели.
Ой-ой-ой. Это испытание не отваги, но терпения. Бросаю осколочную гранату! Ты пойдешь на удобрение, Ксенос. Наш примарх будет гордиться этой битвой. Ух. Буря уже утихла. Ну и поток у них тут, конечно. Берут они количеством, это уж точно. Здесь совсем ничего не заныкали для нас. Очень-очень жаль. Ладно, тогда нам сюда нужно идти. Здесь запас патронов. Отряд, собраться по сигналу. Заменяю Хвала трону за это надежное укрытие. Идут сильнейшие песчаные бури с тех пор, как я тут работаю. Мы потеряли пару хороших пилотов и серво-тягач. Буря пожрала их целиком. Теперь они часть этой всеми позабытой каменюки. Жрецы чешут затылки и пытаются понять, почему Ауспекс ничего не находит по последним координатам тягача. Они никогда не найдут ни пилотов, ни тягач, потому что ищут не в том месте. Я знаю, где они. Но когда меня разоблачат, я тоже исчезну. В отчете напишут... Погибла в песчаной буре, но я буду далеко, с тягачом и свободна. Хм. А сколько их тут всего? Два инфопланшета. Ого. У тебя проблемы с точностью. Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. Ничего себе, один даже выжил после этого. Но как не на... жаль, что все это оружие нельзя обратить против мерзких чужаков. Активируйте пульт квартирмейстера и пробудите дух машины. Велите ему погрузить боеголовку на поезд и помогите, если нужно. Ой, нет. Заантроп, берегитесь психической отравы! Да капец их тут! Надо еще найти, от кого этот барьер там идет. Враг уничтожен! Кого же? Пытается мобилизовать резервы. Уничтожьте ее. Не знаю, успел, не успел. Мельта-бомба готова. Капец. Требуется помощь! Так, пацаны, меня нужно поднять. Обрабатываю ранение нашего брата. Сканирую. Братство превыше всего. У
Да блин, да где у них тот, который без щита? Я понять не могу. Да блять, да как? Щиты выдают, короче, понятно. И там совсем на какой-то короткий промежуток становятся доступными для атаки. Ну вот, сейчас было как раз. Беру свежий магазин. Да как? Успекс настроен. Сканируя успекса. Перезаряжаюсь. Блять, патронов вообще нету, а? Да вот как? Даже не подсвечивало, что меня атакуют. Просто в спину. Смена магазина. Нет, нет, нет. Поймал. Смрад невыносимый, зато чудовище верхом. Угроза тиранидов ликвидирована. Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. Ну это пиздец. Я и забыл, насколько они, блин, сложные бывают. Использовал шприц-стимулятор. Капец, и тут все время лежали патроны. Новые патроны. Взял экипировку. Благослови вас, амнисия, квартирмейстер. Ожидаю указаний. Твоя задача — переместить боеголовку орудия Нова на этот поезд. Все ясно? Принято. Активируй транспортный протокол. Внимание! Сервиторы не найдены. Аутбекс готов к глубокому сканированию. Нихера, нихера. Да как он успел? Так я в него почти всю обойму высадил. Да, да блять, да почему не работает ни одно уклонение? Пиздец. Ни у ворот и ни уклонения, вообще ни хера. Проведите ритуал у пульта управления. Где, у какого пульта? Ну вот сейчас почему-то сработало. В прошлый раз не сработало. Капец вообще. Что надо сделать? Беру дополнительные патроны. Да ладно. Блять. Ну и где? Получаю улучшенную картинку.
больше не застанет нас врасплох. Я не потерплю стрельбу по своей. Бросаю осколочную. Эти раны меня не погубят. Так, за патронами бежим пока. В принципе, дело идет неплохо. Может, даже сейчас броня успеет подвосстановиться. Ввожу стимуляторы. Аптечка вообще очень, кстати, была. Новые патроны. Надеюсь, он там поднял. Ну да, он поднял нашего товарища. О, он застрял. Ауспекс готов сканировать. Да, блядь, бить вы его! Да, все-таки он намного проще дредноута, которую там 2000 сынов. Мы остановили бесчинство ксеносов. Здесь запас патронов. Так, и что делать? Используйте пульт G3. Блять, попробуй его найди, если вы мне его не подсвечиваете даже. Критический сбой протокола. Отмена. Перезапуск. Сбой. Восстановление системы запущено. Очистка памяти выполнена. Войдите в терминал. Блять! Сука, да как так-то? Вот опять парирование не сработало. Ты пойдешь на удобрение, Ксенос. Аспект готов к глубокому сканированию. Красавчики сбили. Так, пульт нужно нажать А3. Надо смотреть, где вот это Б. Это А, вот там А3, наверное. Все, я разобрался. Да. Вовремя ты этот щит поставил. Нет. Так, это у нас А1. А2, А3. Все, я разобрался, что от меня требуется. G3, я не там нажал. Пульт заработал. Бля, это откуда? Так, все, стоим, лечимся. Да, блядь. Б3. Запустите
Да, блять. Надо просто взяться за дело сообща. Осколочная граната. Б2, Б3. Прикройте, пока я работаю. Да чё прикрывать-то, блять? Прям овервотч какой-то. Блять. Мы зачистили всех ксеносов в этой зоне. Использую стимулятор. Отбивайтесь от них, пожалуйста. Спасибо. Беру дополнительные патроны. Квартирмейстер, у вас готов катар. Все препоны ущерб. Я благодарен. Блять. Сопроводите этому с поезду. Вообще ничего не понимаю, что происходит в таком мясе. Так что предлагаю скипать этих уродов и бежать нахер отсюда. Нечего задерживаться там в этой мясорубке. Будьте готовы. Пока-пока, уродцы. Да зови, сколько влезет. Блин. Спасибо за щит, конечно, друг, но... Сколько это ж будет продолжаться-то? Враг уничтожен. Отразим натиск тиранидов, братья. Собираю припасы. Так, здесь вроде бы ничего. Берегись, крак-граната! Осколочная граната! Да, а капец, да кто, откуда? Обновление журнала миссии. Постоянные проблемы с погодными условиями. Да, блядь, как он делает? Там еще эти летающие все. Блять. Еще одна биоформа ксеносов уничтожена. У меня проблемы с ним. Активирую ауспекс. Атмосферные дай условия. Ёб твою налево. Блять. Опять пробегать половину локации, а? Ну это вообще жесть какая-то. Так, боеголовку отправил. Я ранен, но не сломлен. Ну я так пробежал быстро опять все. Ни с кем не дрался, просто бежал и все. Посмотрим, что дальше получится.
вот здесь нас в прошлый раз уделали. Ауспекс даст нам преимущество. Одним шрамом больше. Заткните его! Он да блять, а! Могу всех еще добить. Одна биоформа ксеносов уничтожена. Блин, вот на этого навестись не мог никак, а. Ой, господи, ну подкрепление-то они как раз вот такие вроде и вызвали, нет? Ну, ладно. Огни укажут нам путь, братья. Эти раны меня не погубят. Сервиторы служат мне напоминанием о том, как здорово обладать свободой воли. Ладно, хорошо. Осмотрите местность, пока есть возможность. Этот враг вызывает подкрепление! Твое оружие неисправно! Успел. Снайпер у них опять подсирает. Два раза спарировал и два раза не смог его атаковать. Не тупите, давайте, бежим быстрее. Мост. Блин, опять охранять пульт, который еле-еле будет этот мост поднимать. Ну ладно, это все-таки значительно быстрее, чем я предполагал. Магистр Ордена захочет на это взглянуть. Могила чудовища. Так, мост готов, все, не отстаем, не отстаем. Давайте, 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 давайте. Буря уже утихла. Блин, ни здоровья, ничего вообще не лежит, а? Я ранен, но не сломлен. Нормально. Ауспекс, песчаная буря. Да, блять, нет, нет, да. В смысле? Пиздец, как меня это заебало, а? И чё вот? Вернуться на баржу, неконтрольные точки тебе вообще нихера, просто идешь в жопу. Пиздец, сейчас опять все эти загрузки ждать. Так, еще раз. Это уже снова после лифта. Я на этот раз снова пробегу мимо. Только сколько возможно, ни с кем не сражаться. О, они его сами там отпинали, красавчики. Так, где-то тут скоро мост будет. Мы не дрогнем перед роем ксеносов. Да, вот здесь. Ага. У боеголовки орудия новая огромная мощь. Атмосферные условия вернулись в норму. Yeah!
Да. О, они все растворились сами. Переходим мост. Быстро. Собираю припасы. Да блять! Только здоровье восстановил, два удара пропустил, и все, уже нихера нету. Ты пойдешь на удобрение, Ксен. Буря уже утихла. Просто вообще не... Пиздец. Блять, да завалите вы его, вы что тупите-то, я понять не могу. Протокол железного лима. Зоантроп, берегите психической отравы! Да, блять, еще этот зоантроп. Жалкое отродье тиранидов. Ой, бежим, бежим, давайте, забейте, забейте на него. Этот шквал для нас как легкий ветерок. Отметил позицию. Сюда, 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 сюда. Давайте, давайте, чтобы они сюда не забежали, а то опять мясо начнется в маленькой комнате. Неизвестно, что ждет впереди. Так, ну до поезда добежали. Сегодня уже с этой станции отойдет последний состав. Надо двигаться. Обнаружено препятствие. Требуется его устранение. Будет сделано. Контейнер просто повесили. Можно двигаться дальше. Как мы его подловили-то шикарно, а? Он только захотел подкрепление вызвать, и у нас уже тычка по нему залетела готовая. Так, там просто целый отряд ходит, я хочу их оббежать и не ввязываться в бой с ними. Ну вот, мелочевку я эту снесу, и то она уже вся полегла. Эти клопы вообще тут на раз-два улетают. Беру дополнительные патроны. Мазила. Военный груз департамента монитор 03639. К отправке готов. Путевой лист обновлен. Спекс настроен. Ah!
уничтожен. Отлично, бежим дальше, не задерживаемся. Осколочная граната! Эта шушера разлетелась. Отразим натиск тиранидов, братья. Ничего мы отражать не будем. Мы соберемся будьте здесь начеку. И пойдем дальше. Все, вот их и не стало. А, ну там какой-то пукает. Вообще пофиг на него. Меняю магазин. Секунду, братья. Ой, я что, случайно укололся? Ну, видимо, да. Ладно, ничего страшного. Груз на борту поезда, лейтенант. Хорошо, запускайте. Так, не идем, не вмешиваемся в бой, запускаем, чем быстрее, тем лучше. Классика. Цикл зарядки. Будут наложены штрафы департамента монитора. Скорректируем тактику для победы. Даласа, к вам приближается сразу несколько краев. Вы привлекли внимание врага. Разберитесь с ними быстро. Второй попытки у вас не будет. Блять, вот этих еще не хватало. Пирамиды на путях! Можно раздавить их лотоботива! Повезло, быстро разобрались. На кону наша миссия и наша честь, братья! Где, где? Блять! Ксеносы на рельсах! Превратим их в кровавую кашу! Да знать бы, как это сделать еще! Гнусная тираницкая отродье! Нет, блять, блять, блять! Да сука, да какого хуя? Направьте все усилия на защиту поезда. Блять, да где же все? Успел подхватить одного. Жалкое отродье тиранида. Давай, 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 бой, бой, бой. Тревога. Критический сбой в работе двигателя. Что? Запрашиваю сервитора для буксировки. Пиздец. Что? О, да вы гоните, что ли? Я 40 минут почти ебался. Да, ну час еще, с учетом того, сколько я за кадром там бегал, носился. Еще попытка. Пускайте. Да как? Так, да блин, да почему не уклоняются-то? Даже на кнопку нажать не дают, а?
Ввожу стимуляторы. Так. Все, запустил поезд. Ультрамар! Ошибка. Отсутствует питание двигателя. Как мне вот защищать его? Откуда, я не понимаю. Наложены штрафы департамента монитора. Неожиданно. Но знал там и дальнейшие действия. Видимо, отсюда вот надо, вот они нападают на двигателя. К вам приближается сразу несколько краев. Вы привлекли внимание врага. Разберитесь с ними быстро. Второй попытки у вас не будет. Загоним тварей в зону поражения и раздавим поездом. Предложение. Имеются рабочие составы, которые можно запустить по параллельным путям. Но как их запустить? Осуществительным отродьем резню! Готов к глубокому сканированию. Сеносы осмелились встать на пути могучей машины. Заводите поезд! Новые патроны. Блять, еще этот. Укрепите свой разум. Да блять, 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 нихуя не видно опять. Бляха. Блять. Отвали нахуй от меня. Психические вопли за антропа смолкли. Принимаю лекарства. Так, ну вроде бы никто не кошмарит наш поезд. Здесь запас патронов. Жалкое отродье тиранида. Аспекс даст нам преимущество. Разлетелись клочки по заколочкам. Новые патроны. Взял экипировку. Убейте его, пока он не призвал помощь! Вроде бы успели, нет? Сколько? 60? Зафиксирован свод в системе зарядки. Требуется технопровидец для проведения ритуалов на лапке. Подключите свою броню к устройству Механикус. Пока система не перезагрузится, вам придется оставаться вблизи зарядной станции. Зафиксирован свод в системе зарядки. Требуется технопровидец для проведения ритуалов на лапке. Бегом, 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 бегом.
Блять. Ауспекс готов сканировать. Да куда вы свалились? Цель отмечена. Мерзкие тираниды уже рядом. Игнорируем всех этих товарищей. Если распределим задачи, то сможем восстановить электропитание и защитить поезд. Блять. Давай. Фу, все. Посылка отправлена. Победа. Фу. Это жесть полная. 5 секунд. Приготовиться к ударной волне. И мы бьем сильно! Сигнатуры ксеносов исчезли. Это успех, Таласа. Возвращайтесь на боевую баржу. Фух. Ну что, на данный момент это была последняя операция, которая нам осталась. Была действительно непростая. Много нерв мне выпутало. Ну что ж, на этом тогда я предлагаю закончить. Я так понимаю, что увидимся уже в прохождении других игр, ну, по крайней мере, если тут не выйдет какой-нибудь DLC или что-нибудь еще. Сейчас мы еще точно глянем, что у нас не вылезло никаких новых, внезапно там, секретных операций. Это была действительно последняя. Фу, ну и хорошо. Плацдарм, захват и защита, уничтожение, быстрый матч. Нафиг оно все не нужно. Ну что ж, на этом тогда действительно прощаюсь с вами. Благодарю за просмотр. Всем пока.